Предложение в present simple passive. Present simple – это простое настоящее время. Passive – это страдательный залог, пассив. И мы с вами разберем еще правила, потом примеры предложения в present simple passive. Итак, как это образовать и перевод? Мы посмотрим в утверждении, отрицании и вопросе. Вы знаете, что пассив – это когда действие совершается кем-то. Смотрите, давайте сделаем... Распрягаем в пассиве во всех лицах в утверждении, отрицании, вопросе с глаголом watch – наблюдать. Смотрите, I am watched – за мной наблюдают. We are watched – за нами наблюдают. You are watched – а за тобой, за вами наблюдают. They are watched – за ними наблюдают. He is watched – за ним наблюдает. She is watched. За ней наблюдает. It is watched. За этим наблюдает. Как сказать в отрицании? Мы просто добавляем not, если это am, или используем краткую форму aren't или isn't. Смотрите. I am not watched. За мной не наблюдают. We aren't watched. За нами не наблюдают. И далее по аналогии. You aren't watched. They aren't watched. He isn't watched, she isn't watched, it isn't watched. Как задать вопрос? Вы ставите просто вперед форму глагола to be. Am I watched? За мной наблюдают. И далее. Are we watched? Are you watched? Are they watched? Is he watched? Is she watched? Is it watched? И так далее. Теперь давайте посмотрим сами примеры. Итак, что у нас есть? It is often seen. Это часто видно. It is never done. Это никогда не делается. We are often praised. Нас часто хвалят. They are sometimes delayed. Их иногда задерживают. Is it made in China? Это делается в Китае? It isn't made in Russia. Это не делается в России. Russian is spoken in our country. На русском говорят в нашей стране. Вот такие замечательные примеры. Давайте еще раз их повторим только на английском языке. It is often seen. It is never done. We are often praised. They are sometimes delayed. Is it made in China? It isn't made in Russia. Russian is spoken in our country. Yeah, that's great. Действительно, that's great that progress is made. Что прогресс делается, да, выражение make progress, а не do, и мы как раз его употребили в пассиве. Progress is made. Прогресс делается, все замечательно.